Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжим тему работы охранных структур в Германии, в любой другой стране. И я хотел бы внести ясность в вопрос, что они могут, а что им не разрешается делать. Я решил вернуться к этой теме, потому что появились очень многие комментаторы, которые, вы знаете, вот иногда лишь бы написать, привлечь к себе внимание. Да я один написал человек вот следующее. Он живет здесь в Германии, судя по всему, по его комментарию. И он написал, что он работает в охране, именно в службе безопасности, и они не имеют права задерживать таких вот преступников или воров в магазине. Они обязаны просто сообщить в полицию. Конечно, этот человек, этот, скажем так, охранник в кавычках, вызвал у меня интерес, подозрение, и я решил все-таки проконсультироваться со своим коллегой полицейским, который непосредственно имеет отношение к таким вот ситуациям с сопровождением преступников, с поимкой этих воров, ну и, естественно, коммуникация с охранными фирмами, которые охраняют и магазины, и торговые центры, и другие предприятия. И прежде чем мы начнем, я хотел бы сразу обратиться к всем тем, кто зайдет ко мне на канал и вдруг услышит или узнает, что я из Молдавии. Минуточку внимания для всех тех людей. Одна дама написала у меня несколько дней назад под одним из видео: «О, так вы с Молдавии?» Отписываюсь. Она, наверное, хотела вот так вот высказать мне свое презрение, то, что, может быть, она из России, а я из Молдавии, показать свое превосходство. Но этим она показала свой недалекий интеллект и культурное развитие, потому что для таких, как она, особенно, я бы хотел напомнить. Александр Олешко, один знаменитый шоумен в Москве. Вы не поверите, блин, он из Молдавии, из Кишинева. Юрий Николаев, бессменный ведущий когда-то «Утренней почты», а потом, по-моему, автор программы вот этой детской музыкальной или «Домисолька», или я не знаю, как она называлась. Он тоже из Кишинева, из Молдавии. Или всемирно известный композитор Евгений Дога, написавший знаменитую музыку к фильму «Мой ласковый нежный зверь». Тоже молдаванин, причем он настоящий молдаванин с румынскими корнями. Вас вот это не смущает, нет? Они все мои земляки, они все из Кишинева. Я скажу больше для тех, кто обрадуется, что я из Кишинева. Я когда-то жил на Баюканах с родителями, потом жил на Рыжкановке. Ну и некоторое время работал на Ботанике и жил на Ботанике. Это так. Ну а теперь те, кто не может терпеть людей, приехавших из Молдавии или имеющих хоть какое-то отношение к Молдавии сразу, не надо мне говорить, что вы отписываетесь. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Просто проходите молча мимо. Без вас на канале чище и лучше. Так вот, возвращаемся к теме охраны. После того, когда вот этот вот человек мне написал свой комментарий, что охранники не имеют права задерживать и так далее, просто сообщать в полицию приметы и говорить, как те выглядят, и полиция уже должна заниматься своим делом. Я связался с полицейским и спросил: вот объясни мне, согласно какого параграфа вот поступают так вот эти вот охранники, которые вот мне вот высказался. Он говорит: ну ты знаешь, говорит, я впервые в жизни слышу такое, чтобы охранник стоял и бездействовал. Я говорю: тогда объясни мне, в чем их конкретные обязанности. Так вот, именно сотрудник полиции, работающий в полиции не первый год, рассказал мне обязанности сотрудников службы безопасности, будь то торговый центр или еще где, что они имеют право делать, что они не имеют права делать. Ну а вы просто послушайте и сравните с тем, что разрешается у вас в регионах или в ваших республиках или странах. Так вот, сотрудники службы безопасности имеют полное право
задержать подозреваемого в краже, допустим, продукции в магазине и припроводить его в офис охраны или задерживать его до тех пор, пока не приедет наряд полиции. В случае сопротивления сотрудникам охраны, нападения на сотрудников охраны, они имеют полное право применить газовый спрей или дубинку тонфу. В некоторых случаях, в частности, охранники имеют при себе наручники. Эти наручники они могут также по закону использовать против нарушителя или против вора, если он бросается на них с кулаками и пытается нанести им какие-то физические увечья и сбежать с места преступления. Теперь идем дальше. Многие охранники боятся задерживать преступников или воров в силу того, что думают, что у этих воров может оказаться нож. И поэтому происходят такие вот деликты, как вот вы видели в том видео, в кусочке, где стояли охранники, упавшие на телефонные трубки и звонили в полицию, и ничего не могли сделать против вот этих вот африканских сирот, впервые в жизни увидевших столько много алкоголя и решивших его попробовать. Вот. Так вот, если эти охранники имеют при себе газовый баллон, дубинку и наручники, они в любой ситуации, связанной с кражей товара из магазина, обязаны в рамках своего обучения применять эти средства защиты или средства задержания. Опять-таки, мне вот этот полицейский сказал, что, естественно, многое зависит от обучения сотрудников в этой фирме. Если они просто туда пришли работать, специально прошли вот это вот теоретическое обучение по параграфам, по полицейским, что можно, что нельзя и так далее, но не имеют никакой физической подготовки, тем более не занимались никаким видом ни рукопашного боя, ни восточных единоборств, ни боксом, то, естественно, говорит, и ожидать от этих охранников ничего толкового вы не сможете. То есть эти охранники будут просто как кусок мебели стоять в магазине и пугать дедушек-бабушек. Или вот как я рассказывал про того хаусмастера, который затюрканный после работы взял в мешок 6 булок, одну булку съел, и его зацапали, и 250 евро штрафа ему заплатили. Кто-то мне написал в одном из комментариев, что ты гонишь, да не может такого быть, чтобы 250 евро... Есть такое, может такое быть. 250 евро штрафа человеку выписали. Это было на самом деле. Поэтому в газетах об этом и написали, что человек, хаусмастер, после работы был подвергнут такому унижению со стороны детектива магазина «Кауфланд». Я вот сам знаю очень много случаев, когда люди попадались чисто на мелочах. Просто вот один, вот допустим, вам в магазине Баухаус, это ну, огромный вот этот хозяйственный магазин, там стройматериалы и так далее. Один знакомый ходил там, что-то покупал для ремонта дома и взял рулетку. Рулетка была у него в руке, с прилавка, по-моему, 2 или 3 евро она стоила, недорогая. Она недорогая, она дешевая. И он взял бормашину. Бормашина что-то стоила около 150 евро. Потом взял еще что-то, еще что-то. У него руки были забиты. Вот он, ну, балбес, не взял с собой телегу. И эту рулетку он просто-напросто повесил, не положил в карман, а повесил на карман. У нее крючочек, и ее видно. И вот когда он проходил через кассу, он чисто машинально. Он заплатил 150 евро за бормашину, он заплатил, по-моему, 70 за какой-то распылитель, вот этот электронный пульверизатор. Потом он заплатил еще за шурупы, потом заплатил еще за что-то. Вышла сумма где-то около 400 евро. Ну и пошел. И тут его после кассы останавливает детектив и говорит, покажите мне, пожалуйста, ваш чек. Он говорит, ну вот, пожалуйста, смотрите. Ага, хорошо. Говорит, а вы из Масбанк? В смысле, а где рулетка? И тут до мужика доходит. Блин, говорит, я забыл. Не-не-не, все, пошли. Вот так вот человек попался. Человеку выписали 150 евро штрафа.
Но запрет ему в магазин не дали, так как он все-таки покупатель. Ну, забыл, в следующий раз уже будешь помнить, что так делать не надо. Поэтому охранники здесь в магазинах по факту выполняют роль страшилок для бабушек, дедушек, для, в первую очередь, детей и подростков, которые могут вот этих вот резиновых мишек мармеладных или еще что-то там попытаться стырить. Естественно, кстати, о мармеладных мишках. Одному пацану со своим дружком они зашли в магазин Lidl, они хапнули мешочек этих гумиберсов, ну, мы их так называем, мармеладных мишек, и они попались. Продавцы поймали их, просто сами продавцы поймали, вызвали полицию, приехала полиция, ну, отвезли их, конечно, в участок, взяли все их данные, все. А потом родителям вот этих мальчиков пришел счет. Пожалуйста, оплатите штраф в размере 1200 евро. Пацаны надолго, на всю жизнь запомнят вкус этих мармеладных мишек. Это было на самом деле. Это было на самом деле. Поэтому, когда люди пытаются мне говорить что-то, ну что ты врешь, да то ты гонишь, ну, значит, вы с этим еще не сталкивались. А когда вы приходите в магазины, вот кто-то говорит, да я не видел в Германии нигде в магазинах охранников. В торговых центрах вы их и не увидите. Потому что, как я уже в одном из последних видео говорил, они не ходят в форменной одежде. Они одеты по-цивильному. И это обо всем говорит. Еще раз, что могут охранники, что могут сотрудники службы безопасности? Они имеют полное право задержать преступника и удерживать его до приезда полицейской машины или полицейского наряда. В случае сопротивления они имеют полное законное право применить против него газовый баллон или дубинку, тонфу. Также они имеют полное право в качестве защиты себя и сотрудников магазина или окружающих людей, если он начинает рыпаться в торговом зале, надеть на него наручники для усмирения. Избивать его, конечно, никто не собирается и не имеет права, потому что за избиение они могут потерять свою работу и еще срок получить. Это обязанности охранников, то, что они имеют право делать, вернее, права. А как они выполняют свои обязанности, это уже показывают ситуации, в которые они сами и попадают. Поэтому, как я вам говорил, что у нас раньше, вот когда он в Молдавии жил, у нас в охрану в начале 90-х годов не брали просто так, абы кого с улицы. Брали подготовленных людей, спортсменов, бывших сотрудников МВД, КГБ. Только таких людей брали, потому что, во-первых, у этих людей есть опыт работы с ворами, преступниками, уголовниками. Плюс у спортсменов есть опыт ведения поединков, спаррингов. Просто так никого не брали. Сейчас берут налево и направо там кого попало, лишь бы стоял громила и пугал людей. А раньше было несколько иначе. Поэтому я вот вам провожу такие вот контрасты между тем, что они могут, чего им разрешено, чего им не разрешено. Вот такие вот дела. Ну и, конечно же, мне иногда действительно вызывает у меня вот сомнение реплики людей, которые никогда ни с чем не были связаны. Допустим, с той же охраной никто не был никогда связан, но он пытается мне указывать на то, что типа я да нифига не знаю, да вот он в Германии живет, да вот он уже фиг знает сколько лет работает в охране. И оказывается, по его словам, охранники здесь не имеют права вообще рыпаться и даже рот открывать на этих бандитов, потому что они сразу настропаляют этих бандитов против себя. Все это должна делать полиция. Ну, чушь собачья. Если просто какой-то обиженный тролляка пытается вот так вот привлечь к себе внимание, то чисто глупая ситуация, глупое поведение человека. Так же, как у той дамы, которая мне написала: «Так вы с Молдавии отписывайтесь». Там кто-то взял и написал: «Я тоже с Молдавии, и от меня отпишись». Она, наверное, уже не рада, что она такое написала, честно сказать. Вы знаете, я когда-то, вот, ладно, с этим, с охраной мы закончили. Сейчас такое масюпенькое отступление и заканчиваем этот видеовыпуск. Я когда-то на Фейсбуке написал один большой пост, не помню по какой теме,
И этот пост понравился одному моему знакомому, радиоведущему с радиостанции «Россия». Кстати, тоже, блин, приехавшему 25 лет назад в Москву с Молдавии. И вот он разместил этот пост у себя на странице. И люди начали комментировать у него. Так как у него несколько тысяч друзей, там, подписчиков, а у меня там было там сгулькин хвост подписчиков, друзей там человек 20 максимум. И он разместил это у себя, и люди стали комментировать, высказывать свои эти самые отношение к ситуации и так далее. Я уже не помню, о чем был тот пост. Я просто влез к нему на страницу и тоже откомментировал вот этот вот пост. Одна дама из Москвы увидела, что у меня тогда был мой никнейм на Фейсбуке «Дядя Вова из Кишинева». И вот она увидела, что влез какой-то дядя Вова из Кишинева, откомментировал пост, и она мне под моим комментарием написала ответ. Слышишь ты, куда ты лезешь со своим свиным рылом в калашный ряд? Сиди в своей вонючей Молдавии и не дергайся, когда интеллигентные люди обсуждают публикацию. Я несколько был ошарашен таким отношением. Блин, сначала хотел ее послать на три буквы, и потом даже на пять и вообще. А потом, не-не-не-не-не, надо сделать по-другому. Я взял и написал ей, дорогушечка, а ты, если такая интеллигентная и культурно развитая, ты вообще читала, чей пост вот этот вот человек разместил у себя на странице? Это пост как раз вот этого вот свинорыльного молдавана, которого ты только что послала. Желаю тебе счастья в твоей сраной Москве. И потом я отправил ее, после того, когда она это прочитала, я отправил ее в бан. Но этот человек, конечно, принес мне извинения за вот это вот, за поведение вот этой вот высокоинтеллектуальной идиотки. Ну, а потом вот такие вот. Просто я не могу понять одну маленькую деталь. Люди, если они живут, допустим, в Москве или в Санкт-Петербурге, или в Челябинске, или в Оренбурге, или в крупных городах России, считают почему-то себя намного умнее, намного более развитыми в культурном отношении и более воспитанными, чем какие-то люди, допустим, из глубинки, с той же Молдавии, с той же Украины, с Белоруссии или с Прибалтики. Вот почему-то такое вот отношение пренебрежительное к другим людям, хотя сами-то они, по сути, никто их звать их-то никак. Ну да ладно, это так, было маленькое отступление. В общем, всем удачи, не забудьте подписаться на этот канал, прокомментировать видео, рассказать о том, какие у вас права и обязанности в охране, если вы на самом деле работаете в охране. Может быть, рассказать какую-то ситуацию. Ну и оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное и полезное для всех категорий, для всех возрастов. Всем удачи, пока.